Yes, sir. Hi, everybody. And bye-bye. И все. Здоровья вам, счастья, мои дорогие. Тебя еще крышечку, знаешь, такую. Я елку не отмудила еще в ноябре, просто в октябре месяце просто решила ее поставить. На самом деле это плохо, я поняла, что это плохо, в следующем году я так делать не буду. Привет, ребята! На самом деле мы хотим поздравить всех с наступающим, скажем так, Новым годом, 2009-м. Этот год пролетел, как обычно, нереально быстро, и с каждым годом ты сидишь и понимаешь, ё-моё. Вообще, на самом деле, да, время летит. Когда-то нам было 14-15, когда мы только начинали петь, мы ждали Нового года каждый раз, чтобы... Ты приезжала ко мне домой, мы потом шли гулять по школьной. Мы там неделю друг у друга были, моя мама звонила, там, Ин, там моя домой собирается, и следующий Новый год Титина звонит, Лариса, где там моя дочка, она домой едет. И сейчас ты понимаешь, что эти 7 лет, 8 уже просто настолько быстро пролетели, что, конечно, хочется, чтобы время немножко помедленнее шло, но, в общем, все равно мы всех хотим поздравить с Новым годом, хотим пожелать всем только всего самого светлого, доброго и хорошего, чтобы все плохое и негативное, пусть это все уходит, и с Новым годом все только расцветает, идет дальше, чтобы вы на ступеньку становились выше, 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 достигали всех своих высот, были просто счастливы, что у вас был рядом любимый человек, чтобы все было хорошо с мамой, с папой, здоровые детишки, и, в общем, хорошо уметь ценить то, что вы имеете. Каждую секундочку. Радуйтесь каждой минутке, каждой секунды своей жизни. Вот, потому что это важно. Я, например, только что это понимаю. Ну, а мы с вами, в любом случае. Hi, guys. Hi, everybody. Happy New Year. And Merry Christmas. And it would be really too long to repeat everything we said before in Russian. So it was subtitled, you could read it or not, as you wish. But one more time, be healthy, be wealthy. We are with you forever.